Друзья, всем привет! С вами Константин, вы на канале Boston Technic. Сегодня к вашему вниманию представляем вот такой вот разбрасыватель удобрений производства Дания в отличном техническом состоянии. Давайте рассмотрим более детально. Видите, корпус целенький. Нигде ни ржавчины, ничего нету. Вот такие вот производительные диски. Алюминий. Рама целая. Фирма получается Богбал. Производитель. Внутри тоже состояние, как видите, отличное, все целое, все на месте, ни ржавчины, ничего нет. Вот шильник. Девятого года производительность. Вот нагрузка на 2 тонны максимальная. Так что если кого-то заинтересовало, пишите, звоните, приезжайте. Всем хорошего дня и пока.